Так, вот это получается Огни Уфы, вот эта улица 50 лет Октября, вот эта улица Мингажева, которая переходит в улицу Большую Гражданскую. Значит, всем привет, с вами Динар Малаянов, основатель компании Тимуровцы Уфа. Я нахожусь на остановочном павильоне Огни Уфы или Центр Молодежи. Видео снимаю для того, чтобы показать помещение, которое сдается в аренду на остановочном павильоне. Итак, вот сейчас обзор на остановочный павильон. Вот полностью он вот такой вот. Находится он по адресу 50 лет Октября 15, а адрес павильона 50 лет Октября 19В. Разделен он на 4 части. Вот это получается первая часть, вторая часть, третья и четвертая. То есть получается 4 помещения. Сдается в данный момент помещение номер 1. 15 квадратных метров. Сегодня у нас 21 год. Получается, завтра у нас 1 мая. Показываю помещение. Значит, вот здесь вход, запасной вход. Мы с него зайдем. Здесь, получается, имеется щиток приборов. Напряжение 380 либо 220 вольт. Ну, всякие такие тумбочки. Значит, заходим сюда. Вот это помещение, оно сдается. Стоимость помещения указана в самом объявлении. Вот вход отсюда. Вот здесь вот такой небольшой тамбур. Это уже соседнее помещение. Оно тоже пока занято, но, возможно, тоже будет сдаваться. Там продлевать будет человек или не будет, пока не знаю. Вот мы вышли опять-таки. Вот здесь вот дверь. Вот здесь получается второе помещение, там вот где шаурмания, там третье, и где машина стоит, четвертое помещение. Так, заходим сюда. Вот здесь, значит, имеется из ПВХ материалов перегородка такая вот, в нее можно зайти. Вот здесь вот как бы мини такое помещение. Ну, я не знаю, если под что-то можно его использовать. Пожалуйста, как бы вот. Все, вот. Сдается помещение, звоните. Буду отвечать на звонки сам я лично. Меня зовут Динар. Ну, либо там Наиль написано.